Замечательный салат из жареных кабачков с зеленью и чесноком прекрасно хранится всю зиму. Откроешь такую баночку зимой, и она моментально съедается. Рекомендую воспользоваться рецептом. Конечно, в эту заготовку вполне можно добавить и другие овощи, обжаренный лук, морковь и другие по вашему желанию. Но я все-таки рекомендую приготовить эту заготовку именно по этому рецепту. Результат вам понравится. 1. Кабачки почистите и нарежьте кружками. Молоденькие можно не чистить. 2. Обжарьте с добавлением масла до готовности. 3. Укроп и чеснок нарежьте. 4. В стерилизованную банку выложите немного укропа и чеснока. 5. Затем положите кабачки, хорошо утрамбовывая. Посолите кабачки, дадут сок. 6. Налейте масло, уксус и выложите сверху укроп и чеснок. 7. На дно кастрюли выложите сложенное полотенце, поставьте банку и налейте воды до половины банки. Доведите до кипения и стерилизуйте 20 минут. Закройте крышками. 8. Приятного аппетита!